Здравствуйте! Середина недели может похвастаться оптимизмом, правда, только во второй половине дня. В эфире «Небесная канцелярия». О прогнозах на среду расскажу вам я, Мария Щетинина. 5 декабря, по данным Гисметео, в Северодвинске днем ожидается 9 градусов ниже нуля. Ночью столбик термометра опустится до минус 10. Пасмурно, небольшой снег. Ветер восточный к вечеру сменится на северный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Для тех, кто следит за приливами и отливами, сообщаем. В среду малая вода ожидается в 4 часа 55 минут и вечером в 17:38. Полная вода утром в 11 часов 10 минут и в 23:46. Астрологи предсказывают, в среду вы будете сильно зависимы от настроения и эмоций, что будет сильно мешать конструктивному общению и изложению фактов. Не рекомендуется на утро планировать коллективную деятельность и работу. Также стоит повременить с короткими поездками. Вторая половина дня может принести больше оптимизма. Старайтесь в это время думать только о хорошем и прислушиваться к интуиции. А я желаю вам отличного дня. Пусть середина недели радует вас морозной погодой. Увидимся завтра. До свидания.